Отсутствие очередей, вежливое обслуживание, ну и, конечно, квалифицированный персонал. Именно так химчане говорят о пункте вакцинации в ТЦ «Мега». Здесь установлены удобные столики для заполнения анкет, есть специальные помещения для процедурного кабинета и медперсонала. Многие приходят сюда уже не в первый раз. Первый раз нам говорили, как вроде как началось все это, в июне сделала. Время прошло полгода. 3 июня еще надо было сделать, в январе надо сделать. Ну вот, решил второй раз сделать. Надеюсь, что второй раз то же самое будет, поэтому пришла легко. Пункт вакцинации на территории торгового центра одним из первых открылся в Московской области в рамках проекта «Мы первые». Это был уникальный опыт для нашего региона. Здесь за год прошли вакцинацию более 43 тысяч человек. Этот пункт, он действительно очень важен. Очень важен и с точки зрения, что порой просто не хотят идти в поликлиники, боятся по каким-либо, ну, своим, скажем так, основаниям, что там будут очереди, что там будут инфицированные больные. Поэтому здесь торговый центр, он сам по себе такой расслабляющий эффект, и поэтому вакцинация не должна, ну, в общем, связана как-то быть с медициной, что с посещением. Только с начала этого года здесь прошли вакцинацию около 1000 человек. С самого открытия медикам активно помогают волонтеры.